пиздит или показываю. Ну. Метка. Одна. Где есть фонарик? Вторая, третья. Фонарик, блядь, есть у тебя? Блядь, ничего не вижу. Что, они так и должны быть, чтобы... Обожди. Вот это должна стрелка быть наверху. Какая стрелка? Вот эта стрелка наверху. Еще раз здесь тебе объясняю. Шестерня, блядь, одна вот здесь. Видишь вот этот налив, блядь? Одна вот здесь вот, а один вот здесь вот, блядь. Практически в одном... Посмотри. Ну, на зуб же, блядь, на зуб же. Какой нахуй зуб? Нет? В жопу? Посмотри, вот, вот она один, блядь, на одна метка, вот она вторая метка. И вот она третья метка, блядь. Какой нахуй зуб? Ну, давай заводи, посмотрим. Заводи. Блядь, заводи. Будешь заводить? Иди заводи. Так убери там херню там всю. Я убрал. Ну, заводи ты, я здесь послушаю. Она так же это пьет. Но когда заводится, работает. Тосол опять ушел, слушай. А где он течет-то? А не пошел уже. Аккумулятор сейчас на зарядку надо, да, потому что я с ним сяду, блин. А послушай меня. А клапана все-таки надо проверить. Да что его проверять, если, блядь, компрессия есть, ёпта мать, хули нам их проверять, блядь? Я проверял компрессию, мы с Толиком, блядь, проверяли, нахуй, там все нормально с компрессией. Когда это было? Ну что там ковырять, блядь? Видим, как ее выгонять отсюда. Это раз. А во-вторых, она работает, она заводится и работает чисто, блядь, и хорошо. Ну, значит, вот это соединение, надо, значит, непонятно. Кроме надо, значит. Я говорю, непонятно, как так. Мотор, когда заводится, он реально работает охуенно. На двойку включил? Ну, ты говоришь, не тянет, да? Она не едет. Ну, педаль не это самое, не разгоняется. Омега, короче, работает тихо, но это на зажигание, это на не зажигание, короче говоря, не влияет.